Дворник, который был объявлен в розыск за педофилию в Калужской области, напал на 11-летнюю девочку в Санкт-Петербурге. Около половины девятого утра школьница шла по улице Шевченко на занятия. Эту часть Васильевского острова многолюдной не назовешь. Здесь много тихих дворов. К ребенку подошел мужчина, стал хватать за руки, куда-то тащить. Пытался залезть под одежду. Девочка закричала, тогда педофил убежал. В полицию позвонила мать ребенка. Уже через несколько часов на Гаванской улице оперативники уголовного розыска надели на педофила наручники. Оказалось, в Санкт-Петербурге он зарегистрировался в сентябре в квартире в Центральном районе. Числится дворником в частной компании. В розыск, как скрывающегося от следствия, его объявили в октябре. Под подпиской о невыезде по делу о насильственных действиях сексуального характера, которые возбудили в Калуге, он находился с января этого года. Сейчас педофил за решеткой.